Почему вы называете ее Еленой Прекрасной? Я даже не знаю, как так получилось. Ну, наверное, потому что она прекрасный человек. Спасибо тебе, ты великий человек. Орлы, мы еще потанцуем. Конечно. Я на одной ноге. Ничего, ничего. Цыганочку, ага. Или на коне. Мы тебя любим. Да. Хорошее здоровье там. Мама меня не поддерживала. Она у меня очень такая брезгуша. Она боялась, что я оттуда почему-то шеи принесу. Опять ты едешь в эту грязь, опять ты едешь в эту в обжатник. Тебе что делать? Нечего и все прочее. И один раз у мамы был день рождения, а она не была ни на одном моем концерте. Я говорю, мам, поедешь на концерт ко мне? Она, ну давай, съезжу. Я не сказала, куда. Ее день рождения. Я привожу ее в приют. В приюте все как улей. Всем было так интересно посмотреть на мою маму. Ее сажают на стул. Она на всех вот так вот смотрит. Там колясочники шуруют, там какие-то ходят деды, какие-то бабки непонятные. Но они... Один подъезжает. Лен, передай маме шоколадку с днем рождения. Я говорю, Сереж, ты сам к ней подъедь. Да она, наверное, побрезгует. И они побрезгуют, езжай. Один дедулька, маленькую карамельчику. Это вам. Она была так тронута. Первую песню, которую я пела, это была трогательная песня Толкуновой. Поговори со мною, мама. Моя мама, женщина-кремень, расплакалась. О чем-нибудь поговорим. До звездной полночи, до самой. Мне слово детства подари. И она тогда сказала, наверное, впервые в жизни слова, что «Лен, ты делаешь большое дело, я тобой горжусь». Такие слова получить от мамы, от моей, это большой комплимент. В свое время я стригла приют на мостовой. И когда-то я делала это совершенно одна. То есть я там было 60 человек, я приезжала в 9 утра и оттуда еле выходила в 9 вечера. И все это время я стояла и стригла, и стригла, и стригла. Вот с этой стрижки все и началось. Потребность помогать у нашей героини врожденная. Еще девчонка, она спасала кошек и собак, покупала еду для инвалидов, мыла окна бабушкам. А несколько лет назад вместе с волонтерами «Старость в радость» поехала в приют для бездомных. Так вот, когда вернулась, обнаружила, что оставила там очень важную вещь – сердце. Когда я туда зашла, это вот оттуда пошло вот это выражение «бармалеи». Потому что там были реальные бармалеи, вот с такими волосами, вот с такими бородами. Вообще полный трэш. Там на тот момент было около 60 человек. Меня встречали, вот я прям говорю, люди с волчьими глазами. Настолько у них взгляд недоверчивый, настолько они меня проверяли со всех сторон. Вот стена какая-то стояла. Я их всех постригла, они на моих глазах преображались. Просто вот садится косматый какой-то дед, и вдруг он похож на какого-то классика мировой литературы. За это время мы разговаривали, шутили, анекдотики какие-то, все, вот стоишь, стрижешь их, слушаешь. Вот все, вот сразу мое сердце осталось там. Вот настолько они мне вот как-то стали близки, настолько в них есть какая-то простота общения. Я точно могу сказать, что наша группа бы туда не ездила, если бы у нас не было Лены Яновской. Это вот прям 100%. Мы бы не посещали этот пансионат. Она большое внимание сама по себе, по жизни уделяет людям без определенного места жительства. Она уделяет внимание людям, которые, допустим, отсидевшие, у которых была какая-то непростая такая судьба. В общем, понятно, что такие подопечные, они большинство волонтеров отталкивают. Я думаю, что это какой-то определенный склад души такой, какое-то устройство необычное, когда ты можешь человека воспринимать здесь сейчас, даже зная, что причинял вред другим зло, приносил зло. Относиться к нему по-доброму, ну, далеко не каждый сможет. Лена это умеет. Значит, это чай разделите, а это, Вовик, если ты мне еще раз штанину не там отрежешь... Да, да, да.
Слушайте, я передала обувь большого размера. Если что-то лишнее, отдадите, я в Красноармейск отправлю. Ладно, потому что там много парень передал. Ну вот именно тогда, наверное, я поймала вот это ощущение вот такого счастья внутри, когда ты вот кого-то радуешь, кому-то что-то хорошее делаешь. Мне гораздо лучше, наверное, чем этому человеку. Знаете, вот есть какие-то радости. Вот я купила себе платье. И знаете, вот радость, она похожа на какую-то газировочку. Она такая шик-шик-шик, и все, и испарилась. А когда я делаю что-то для них, вы знаете, меня наполняет что-то такое густое, золотистое. Оно долго во мне. И на раз вот даже вот идешь, как чаша чем-то наполнена, и думаешь, вот я сейчас наклонюсь, и оно просто вот куда-то там польется, вот как вот мед какой-то. А надо ли им помогать? И кто вообще вправе судить, хороший человек, плохой? Идемте, я вам другой мир покажу. Такой несказочный теремок, где на грани возможного пытаются сохранить человеческое достоинство все еще красивая женщина Ирина, безногий мужчина Саша, отставной майор Володя. Они рядом, только мы их не видим, нам неуютно. И лишь Елена Прекрасная кормит их, лечит, стрижет, любит. Пять Ты же лет. Военный, да? Конечно. Да, военный. Ты в каком звании? Майор. Я заместитель командира полка по тылу, начальник тылу полка. А войска какие? Последние пограничные. Российско-китайская граница Дальнего Востока. Там у меня тяжелая травма была. Ну, с палочкой. Я так с палочкой хожу. А травма на службе была или уже потом? Ну, конечно. Там два укола тебе там, сегодня Спасибо сделаешь большое. И через 10 дней. Там появился новый постоялец. Он, конечно, в очень печальном состоянии. У него псориаз в запущеннейшей форме. Он даже на ноги вставать не может. Настолько все тяжело. Я когда пришла, там места мало, поэтому они спят на матрасах на полу. А днем они матрасы собирают, и у них какое-то пространство там для движения. И вот он на матрасике лежит, накрылся с головой одеяльцем, вот какой-то маленький вот человечек. И так ему там под этим одеялом плохо, Господи. Он настолько никому не нужен и не интересен. Ань, что тебе нужно? Диклофенак и подлокотник. Диклофенак и вот эти вот палки, которые с подлокотниками, да? Тебе с ними удобнее, да? Я периодически покупаю ребятам свиную голову, из которой они тут кошеварят, долго они с мясом сидят. Расскажи, что вы с ней делаете, с этой свиной головой? Это вот такая страшная ряха с пятачком. Я приношу, а они уже тут ее каким-то образом едят. Во-первых, из свиной головы, как ни из чего другого, приготавливается первое блюдо. Ну, а из мяса еще приготовится второе. Очень часто делаю фарш. Есть люди, которым я помогаю уже многократно. И я, и он знаем, что он на какое-то время продержится и все равно потом болтыхнется вот вниз. Но все равно ведь вот надежда, она есть. Даже если он пожил, ну, год нормально, хорошо, в тепле, ну, это же здорово. Алкоголизм – это болезнь, и человек не может не пить. Многие не понимают этого заболевания. Да ладно, сила воли, распущенность. Я всегда такой пример привожу. Вы знаете, вот если у вас бронхит, и вы сильно кашляете, вот куча народу соберется и будет говорить, нельзя кашлять, это плохо, это некрасиво, совершенно нельзя. Он будет сидеть и с вами соглашаться, он все равно закашляет, ну потому что физиология такая. Так же с алкоголизмом, вот то же самое. Откуда эти вот знания? Откуда эти знания? Когда-то я сама была в этой беде. Я тоже алкоголик. Я по себе знаю, как трудно из этой ямы выкарабкаться. А как это произошло? И когда это было? Ну, может быть, лет 17-18, когда все начинают пробовать там взрослую жизнь. Вот. И столько у меня было всяких падений в связи с этим, горестей и несчастий. И я знаю, что это на самом деле ад. Человек живет в аду. Я уже не могла пить и не пить. Я не могла. Я просыпалась первым делом, я лезла в заначку. Я не могла встать.
прежде чем не выпью. У меня, если раньше это были какие-то компании, то настал момент, когда они мне стали не нужны. Я пила одна, а у меня ребенок маленький был. У меня постоянно было ощущение, что я вот-вот умру. Вот постоянно у меня было это ощущение, потому что то сердце схватит так, что просто не встать, не сесть, в глазах темнеет, то эти бессонницы, эти страхи, эти панические атаки, эти состояния, ну все уже. И вот это вот, оно предостеричное, вот такое вот состояние, просто вот голый нерв. А потом, ну, наступил момент, когда я поняла, что я просто умираю, просто вот-вот. Ну, наверное, прям вот Бог руку протянул. Я помню тот момент, когда я вдруг осознала, что это все. И я ходила, и у меня постоянно мысль в голове, вот как дятел. Я так больше не могу, я так больше не могу, я так больше не могу. Я тогда молитву произнесла. Я молитв особо не знаю. Я просто сказала: Господи, помоги мне или забери меня. Я так больше не могу. Плакать хочется. До сих пор. Рана есть. Почему ты решилась об этом говорить, не скрываешь? Прежде всего, чтобы тот, кто в отчаянии находится, тот, кто сейчас на, ну, вот по ту сторону, так сказать, чтобы они знали, что выход есть, что это возможно. 11 лет моей трезвости, и я до сих пор иной раз иду и думаю, какое счастье идти по улице без перегара, не качаясь. Вот нет трясущихся рук. Я до сих пор смотрю, руки не трясутся. Как хорошо. Я буду петь песню, а по окончании песни вы угадаете, кто пел эту песню. Только не во время песни выкрикивать: Кобзон! Нет, Синчина! Встретит незнакомая звезда, снова вы оторваны от дома. Лет назад я совершенно иначе относилась к миру, и мир относился иначе ко мне. Но мне на самом деле казалось, что все равнодушные, что всем друг на друга наплевать, что там как бы есть какая-то определенная агрессия такая, ну, прям запрограммированная в человеке. Когда я начала заниматься вот этим проектом, я просто поняла, что Самара – добрый город. Люди откликаются без пафоса. То есть нет такого «я герой, я помог». Очень много людей, которые, допустим, не чувствуют себя в силах волонтерить, да, то есть приезжать, держать за руку там бабушку, сидеть там рядом с ней, разговаривать, но имеют такое нормальное желание помогать. Что же происходит с миром и с нами? Еще один неразрешимый вопрос нашей программы. А что тут неразрешимого? Ведь окружающий мир мы видим ровно в отражении нашего внутреннего. Не верите? Обернитесь. А он мне нравится, нравится, нравится. Поменялась я, поменялось мое мировоззрение. И мне мир стал давать другие ситуации. Я когда вот эту броню сняла, я увидела столько хороших людей. Мне как таковой благодарности, наверное, не нужно. Самая лучшая благодарность, когда я вижу, что человек на плаву, что человек, у него улучшение, что ему это пригодилось. Вот это для меня лучшая благодарность. Вот мне очень хочется картину мира поменять на светлую. Вот знаете, как лампочку включить. Многие люди живут в такой темноте, в таком одиночестве, в таком холоде. Очень хочется подарить им тепло, подарить им радость, чтобы люди верили в бескорыстное добро. Оно есть, оно есть. Настолько это сейчас затерто, в это не верится. Мы сейчас на какой-то западный манер вот что-то переиграли в себе. Кажется, что мы много выиграли, а мы потеряли очень много. Очень хочется доброго, светлого мира вокруг. Это возможно? Я думаю, что это возможно. Хотя бы пусть люди поверят в то, что это есть. Как я когда-то поверила, и мой мир изменился.